Ранее в Alan Wake. Под влиянием темной сущности я написал триллер, события которого сбываются. Джаггер была моим редактором, она нашептывала, что писать, чтобы становиться все сильнее. Все же я сохранил какую-то долю рассудка и вписал в историю свой побег. Вместе мы сможем создать нечто невообразимо потрясающее. В озере есть что-то особенное. Оно как-то влияет на местные произведения искусства. Мама дала мне старый выключатель. Щелкунчиком? Чтобы все исправить, нужно найти Синтию Уивер. Это ты виноват, и ты за все ответишь. Ну, мы ожидаем много народу из соседних округов. Естественно, мы надеемся побить рекорд прошлогоднего дня лося в Уотере. Это город по соседству. Леди и джентльмены, некоторые спрашивали у меня, почему день оленя так важен. Я скажу так, дружба и община – вот что главное. Грядет большая вечеринка, но давайте потерпим до завтра и проведем эту ночь в потребном состоянии, ладно? Оно у меня. Кое-кто придет за этим, когда настанет время. Томас так сказал, он написал это. Ключ от страховки. Это моя работа, хранитель. Хранить на свету. Всегда на свету. Все страницы рукописи пропали. Агент ФБР забрал их все. Кажется, мой язык, он нагадил мне в рот. Погоди, мы в тюрьме теперь? Это нехорошо. Хорошо описал ситуацию. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но справа тебя толчок, чувак. Я больше никогда не буду пить снова. Ты чего? Мне надо поговорить с Уивер. Она была в песне. Она Дева Света. Что с безумной девой? А, как скажешь, жал, только мы застряли здесь. Они не выпустят. Не допросили Вейка. Мне сперва пришлось кое-что прочитать, шериф. И смею заверить, чтение было занимательное. Ну что, Раймонд Чандлер, попался? Все улики здесь, включая заговор с целью убийства федерального агента. Теперь ты отсюда в жизни не выйдешь. Слышишь меня? Это была просто книга, придурок. Агент Найтингейл, я хочу поговорить с вашим начальством. Да, всем нам что-то нужно, шериф. Вот мне бы... Слушайте, сейчас это невозможно. Агент Найтингейл, я настаиваю. Вейк, что такое? Дамочка, вы что, тупая? Это трюк, он водит нас за нос. С меня хватит. Вейк. Я вам, пожалуй, поверю. Вы шутите? Агент Найтингейл, ваше мнение значило бы больше, будь вы трезвы. Если бы я верила, что находитесь здесь по делу. Воу! А ну назад, Стивен Кинг! Ты отсюда уйдешь только через мой труп... Погодите-ка. Охренеть! Свет! Нам нужен свет! Есть только один способ борьбы с этим. В мой кабинет. Ваши вещи там. За мной. Хорошо. О боже, без света мы как утки на отстреле. Давай, побежали. Спокойствие. Я включу резервное питание. Блин, значит у нас крыша не едет. Это хорошо. Все. Мы точно не шизики. Включай, пожалуйста. А в вашем кабинете... А, откройте кабинет, мадам. Я хочу забрать... свои вещи. Давай. Держите свои вещи. Вейк, что мне нужно знать? И что вам нужно? Тьме можно навредить светом. Только светом. И мне нужно найти Синтию Уивер. Она может помочь остановить это. Свет. Понятно. А Синтия? Она живет на старой электростанции. Я могу быстро доставить вас туда на спасательном вертолете. Вернемся к вашему другу. Слышь, подруга, а где мой мощный фонарик? Ты не хочешь мне его вернуть? Миллер, оставайтесь здесь. Что? Нет. Понятненько, обычно... до вертолета. Как обычно, да, забрали все мои вещи. А я не могу разорваться надвое. Нужна ваша помощь. Ну, хорошо. Вот список людей и телефонных номеров. Я хочу, чтобы вы позвонили им всем и передали от меня сообщение. Найт Спрингс, ладно? Они знают, что делать. Найт Спрингс, как телешоу? Ясно.
О, в списке радиоведущий, Мэйн. Кто такой Фрэнк Брейкер? Он связан с вами? Мой отец. Эй! Это что, как тайное сообщество? Вы можете это сделать? Вам тут ничего не грозит. Запасной генератор работает. Этих ребят надо предупредить просто на тот случай, если мы не вернемся. Вы же вернетесь за мной, в смысле, да? Если мы не как вернемся? Подготовим вертолет. Спасибо, Уиллер. За мной должу. Отлично. Пойдемте, Вейк. Задняя дверь. В смысле, если мы не вернемся, шериф? Как думаешь, хотя одну можно сказать, Ал? Да, давай, и на меня тоже заказывай. Да и на зрителей тоже, думай, да? Все, иду, женщина, не переживай. Я за тобой. Так, давай в тачку, да? О, черт! То, что захватило Найтингейла, должно быть, сломало управление воротами. Отсюда нам не добраться до блока управления. Нужно перебраться на другую сторону по крыше. Я пойду. Открою ворота, когда переберусь. А вы оставайтесь на свету и прикрывайте меня, шериф, ладно? Вы уверены? Тогда ладно, поторопитесь. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но пусть Алан у нас 1.80 м, да, рост. Он что, не может дотянуться? Вот, я даже вижу, как у него руки дотягиваются. Он не может сюда перелезть просто? Не, зачем все усложнять? По какой крыше? По какой нахер крыше? Скажите мне, пожалуйста. Блин, ну разработчики, ну я вас прошу. Что мне нужно делать? Куда тут идти? Так, ага. По крыше он хочет залезть. Что ж они вечно... Ау! Бля, ты крыса! Нравится? Ты что, извёшься? Бля, в отместку ударила. Ага. Я на тебя заявление напишу в полицию. Если еще раз так сделаешь. Давай избавляться от этой штуки. Не знаю, опять же, зачем мы это все делаем. Возможно, это какой-то телепорт. А возможно и нет. Так, вот штука. Шикарно, пока спрыгивать не будем. Ага. Не спрыгнули, проверяй. Все хорошо. Ну да. Кто бы мог подумать, да? Ну, значит, тут птички нападут. Так, сменить. Хорошо, побежали отсюда. Или мы не можем? Отстаньте, пожалуйста. Ладно, сейчас тут не упасть с крыши. Потому что я все знаю, я... Ой, ёб твою... Нет, нет, пожалуйста, нет! Серьезно, еще и палочкой по голове сверху. Ладно, ладно. А если я наступлю на эту штуку, что будет? Ау. Понял. Так, птички. Давай. По одному. Подходим по одному. Давай еще раз. Во, шикарно. Все? Вроде да. Давай третий раз. Мы сюда тоже будем подниматься и упадем, давай. Так, все, разбежаться и прыгнуть. Хорошо. Поняли, в чем фишка? Эй, шериф, вот этого прыжка, когда на shift нажимаешь, да, он начинает рывок делать вперед. Вы должны справиться с испорченным блоком управления. Да все сделала, я кто, женщина. Электрик, что ли? Подождите. Ау, черт, очень умно.
Отличная работа, Вейк. Ладно, будьте рядом. Первым делом отправляемся в мэрию. Там ключи от вертолета. Да, давай. Я твою. Отлично. Ай, топориком и по голове. Давай, женщина, стреляй. Ну? Да прекращай ты, я здесь не один, как бы. Ты видишь, возле меня еще шериф есть. Ты не хочешь в него пострелять, не? Во, правильно. Все, сменить батарейку. Перезарядить. А у нас 4 патрошка осталось. Ага. Машина, да? Ожила. Или что это? Да. Все, мы можем уйти отсюда? Пожалуйста. Или не можем? Ага, не можем. Да, вижу, день оленя едет, да? Так, а у меня больше нету фаеров. К сожалению, у меня больше нету фаеров, и патрошки закончилось. Просто сдохни. Эти, этот топорик, знаешь, куда засуну? Да-да-да, прям туда, куда не светит солнце. Так, ну сейчас еще одна волна будет, я уверен. По-другому оно тут не может быть. Может, в закусочную зайдем? Все, до побачення. А батарейки-то заканчиваются? Давай, давай, быстрей, быстрей, умничка. Следуй. Хорошо, следую. Как скажешь. Ёб твою. Я думал, нью-йоркцы грубые. Испугал. Это прям как в пабге. В дом заходишь, а там тело с дробовиком сидит. То же самое. У вас есть право хранить молчание. Вы понимаете свои права? Да, конечно. Давай, по одному. Хорошо, давай вот этого вот. Ой, закончилось. Надо самого большого рубать. Надо рубать самого большого. Откуда они вылезли с толчка? Я таки извиняюсь. Так, сейчас заберу. Все, свет включили, отлично. Только мы его включили, когда вышли оттуда. Зачем? С какой целью? Вейк, вот там, свет! Далеких планет нас не манит по ночам. Давай, открывай. Ключ у меня. А, то есть прикрывай, пока мези открою, да? Ну. Это засада. Сейчас как засадят. Что-то я чувствую, как засадят. Да, ребят? Так. Так. Шериф, помогай, пожалуйста. Отстань, пожалуйста. Ну вот встань. Ну, шериф, ну... Спасите, хулиганы зрения лишают. Все, отлично. Засадили. О, еще один. Еще один придурок. Так, перезарядить. Все, хорошо. Стой.
А можно мне, пожалуйста, бочку взрывающую? Нельзя, да? Пожалуйста, дверкой открой, хватит, открывай ее, давай. Давай, женщина, идем, пошли. Давай. Нет, тут останусь. Вот если бы ты не сказала, реально, тут бы и остался. Так, фальшфер, хорошо. Надеюсь, там ничего не было. А где твои вертолеты такие, стесняюсь спросить? Кто-то повозился с предохранительной коробкой. Попробуйся починить, а я поищу ключи. Меня сегодня уже било током, спасибо. Mm. Может, теперь я поищу ключи, а вас чуть-чуть поджарит? Так, найдите ключи. Да, я угадаю, они на втором этаже. Где куча наверху монстров. Ключей нет, Вейк. Я только быстро осмотрюсь. Понял, хорошо. Наверху нет ключей. А раз ты такая умная, скажи, где она? Где эта связка ключей? Это было сообщение от Барри. Он беспокоился о нас в участке. Просил поспешить. Барри, это ты, Флэш? Ты можешь спешить, а мне... как бы нельзя спешить. Все хорошо. Блин, у меня же был же мощный классный фонарик. Так, это что такое? Не, дробовик я, наверное, менять не буду. А вот фонарик бы я себе, наверное, взял бы. А, даже так, я даже... Хорошо. Но тут ключей я не вижу. Закрыто. Закрыто, да? Угу. Ну, последняя дверка остается. А нет, погоди, мы отсюда же пришли. Так, ну если здесь нету и здесь нету, тогда либо тут. Вот он мой мощный фонарик. Вот он мой зайчик. Вот мой хорошенький. Иди-ка ты к папочке. Все, иди сюда. Я больше тебя никому не отдам. Серьезно, мы с тобой больше никогда не расстанемся. О, светошумовые гранаты, а вот это вот хорошо, уже плохо. Шериф, ключи у меня. Барри? Почему на улице? О боже! О боже! Да, явно это не Флэш. Барри! Берегись! Барри, давай! Барри! Он смог войти, Вейк. Он в порядке. Кто? Автобус вошел в Барри? Фасад перекрыт. Пойдемте, Вейк. Обойдем и встретимся с ним позади. Божечки, ну можно через эту штуку уж перелезть. Ну, через это ограждение. Ну серьезно. Ну не прикалуйтесь. Ну так и скажешь, что ты хочешь просто со мной время провести. Но я как бы женат, так что... Пошли перепрыгнем, а? Женщина. Женщина, я не танцую. Начинается. Давай, стреляй. Не хочется пока патрошки тратить. Так. Чё? Не подходи или отходи? Я так и не понял. Отлично. Так, иди сюда, братиш. Сменим батарейку, перезарядить. Как же хорошо, что они додумали, что можно одновременно перезаряжаться и менять батарейку. Потому что если было по-другому, я бы, наверное, подалил бы эту игру. Мы можем пройти через книжный магазин. Уиллер должен не быть шумите, на заднем дворе. Я шерифа позову. О, привет, док! Все под контролем. Нет причин волноваться. Сара, наконец-то кто-то появился. Это стрельба в воздух. Ты еще нас в угол поставь. Однажды они кого-нибудь убьют. Да еще и в день оленя. Я знаю. Идите спать. Он дело, говорит Вейк. Городок этого не выдержит. Им нужен я. Чем быстрее я отсюда выберусь, тем быстрее вы все вернетесь к прежней жизни. Надеюсь, вы правы. Дайте же открыть дверь. Стойте, у вас есть ключи от книжного? Привилегии шерифа. Вдруг нужно будет пройти. А ты делай, как последний человек на земле. Смотрели, как он делал так? Заходил в супермаркеты.
Зачем эти ключи? Ваше присутствие идет им на пользу, Вейк. Слышала, книги об Алексе Кейсе отлично продаются. Хватит трындеть, пошли. Я большой фанат своего чтива. Я Барри не вижу. Смотрите, может это он? К вертолету туда. Да, побежали. Надо не забывать, что у нас еще одна флешка есть. Так. Ауии. Что-то как-то сильно спокойно. А мне кажется, реально чересчур сильно спокойно. А эта штука не открывается? Нет, не открывается. Ага, вот еще есть что-то. Давай посмотрим. Побежали. Божечки. У тебя ключи от всего города? Уж я выскажу пастору Говарду все, что думаю о замке. Я же говорила, что его надо чинить. Я понял. Она сейчас его будет открывать, а мы будем с этими тут разбираться. Ладно. Ну? Ты не хочешь дверку открыть, не? Тебе нет такого желания? Тебе нет такого желания с ним с дверью разобраться, а я с монстрами разберусь? Не? Женщина, говорю, ты дверь открыть не хочешь пойти? Что делать? Угу, понял. А поднимись наверх, пожалуйста. Поднимись наверх, пожалуйста, чтобы мы рядышком все были. Мы вроде все рядышком. Так, погоди. Давай еще одну. И, по-моему, у меня даже флешка где-то была, да? Все, хорошо. А, этого еще надо поймать, придурка. Ёптой, у меня патронов нету. Во, хорошо. У меня, к сожалению, нету патронов. Все, есть. Или нет? Да, справились. Благодаря флешке мы с вами выполнили задание. Ну да, на этот раз ты сможешь открыть. Хорошо, да? Открыто. Идемте, Вейк. Ну, как по-другому. Я тебя когда-то пристрелю, женщина. Ух ты. В церкви включая свет на всю ночь перед днем оленя. Почему? Ну, это традиция. Почти на месте. Придется пройти через подвал, чтобы попасть на парковку. Ну да, уж точно идти через склеп — это не совсем плохая идея. Ну все, дамы, вперед. Давай. Ну давай. Ля ты, крыса. Ладно. Пошли. И сейчас тут начнется мозги крушить. За монолит. Да, угадал. Все, шикарно. Минус. Так, это печка, я так понимаю, да? Котельная. Это котельная. Так, ладно. Пнуть. О, здорово. Полагаю, один просветился. А ты шо? Тебе не понравилось? Красавчик. Публика. Ну ничего, у меня еще есть. Что? Для чего это гирлянда? Защита, мужик! Как чеснок против вампиров! Блин, он мне... Вампиры? Все больше и больше нравится. Перейдем стоянку, поднимемся на холм и вертолет там. Вперед! Вперед! Go-go, Power Rangers, давай. Автоботы, трансформируемся. Так, мне нужно забрать вот эту вот штуку. Идти на вертолетную площадку. Ага, патроны для револьвера у нас
куча, да? И нету вообще ничего, ни фальшфера, ни ракетницы. Бакалейный магазин Bright Falls теперь мое самое любимое место на всей земле. Фонарь на голове, видишь? Это как суперсила. Только смотрю на одну из этих штук, и ей каюк. Это мое пылающее око Мордора. Я сказал это вслух? Ага. Эй, а мне налобный фонарь? Он последний. Вот Мелькар. Что-то мне кажется, что ты врешь. Слегка. Ну ладно, я останавливаюсь. А что не останавливается, я не могу понять. Я бы на их месте просто бежал бы и бежал бы. Вашу голову и вы садитесь в вертолет с кем-то, у кого есть или нет лицензии пилота, вы подготовлены к погружению Night Springs. А, без обид, шериф. О, здорово. А, ну да. Да, я угадаю, мы, наверное, не сможем, да, перепрыгнуть через этот заборчик, через это бревно. Отлично. Барри, сзади. Ля, ты крыса! А ты не хочешь сигнальную ракету в них запустить, не? У тебя нет такого желания? Я понял, нету. Ладно, вот за что я говорил, когда ты делаешь shift, он делает рывок и только тогда бежит. И в некоторых моментах, когда нужно где-то перепрыгнуть, не получается с первого раза. Вертолет уже близко. Мне нужно немного времени, чтобы подготовиться ко взлету. Не задерживайся. Сколько? Хочу свалить отсюда. Опять минут 40. Так, батарейки. Рыц-тыц батарейки, да? Рыц-тыц батарейки. И два фиксика внутри. О, чувствую, сейчас нам тут фиксики дадут. Дадут жару. Так, хорошо. Понеслась. Ну да, хорошо я и говорил. Вы никогда ее не вернете. Что ж, будь готов, я задержу их. Каким это образом, скажи мне, пожалуйста. Алло, алло. Эта штука не хочет сработать? Не? Так кидай ты флешку, пожалуйста. Бесишь меня. Бесишь меня, падла. Стой, 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 стой. Да не трогай ты дядю, дядя шутит. Дядя шутит, я тебе серьезно. Ля ты крыса. Ля ты крыса. Задержу их, давай. Все, давай еще. Хорошо. Давай еще. Еще давай. Шикарно. Женщина, у меня больше ничего нету. Можно ли сесть? Пожалуйста, открой дверку. Барри, не прикалывайся, открой дверку. Ребята, не шучу, дверку откройте. Ага, еще кто-то бежит. Да ты падла. Все, отстань. Отстань, пожалуйста. Ну все, полетели.
Боже, мне обязательно со всеми разбираться. Дверь открой. Дверь открой, как зайти? Ясненько никогда. Может, нужно, чтобы нас лопастями тут разорвало. Включить. Ага, у меня патрушки заканчиваются. Барри, мне бы твоя помощь не помешала бы, честно. Я понял. Хорошо. Я почти их победил. Принимая топор своим лицом. Ой. Ладно, дай посмотреть. Может, тут что-то будет еще полезное. Либо не будет. Барри, впусти меня. Хватит махать рукой, впусти меня. Все, бегу. Надо покончить с этим. Тогда подбросьте меня к Уинуш. Ты возлагаешь большие надежды на местную безумную деву, Ал. Я надеюсь, ты прав насчет нее, а то город можно будет только поцеловать на прощение. Ага, и это еще не все, да? Я думал, уже все. Уже закончилось, а. А нет, это еще не все. Ладно, а давай, если мы в домик зайдем. Посмотрим. О, патрушки. Патрушки, патрушки, хорошо. Куда нам тут нужно с вами? Так, тьма контролирует их, я понял. Ясненько, не сюда, да? Ну, я так понимаю, мысль правильно? Или неправильно? Да, правильно. Еб твою. Ага, и эта штука не откроется, пока мисс, да, я с вами тут не поразбираюсь со всеми. Понятненько.
вы хорошо, конечно, придумали. Конечно, ребят, вы хорошо придумали. Сейчас, погоди, я только перезаряжусь. Да отстаньте от меня со своим топориком, ну надоел, серьезно, сколько у вас и штук? Где вы их берете? Так, мне нужны патрушки. Все. Полностью залутанные побежали. Так, да сюда. Батарейки, да, я возьму. С радостью прям. Причем с радостью их возьму. Так, поменять ружье. Не знаю, что-то нам дало. Но, наверное, оно получше будет. Так, угу. А наверх через ящики. Ну да, тут еще попробую запрыгнуть. А теперь новая песня от группы, которая... Это хорошая работа. Ёб твою. Испугал дядю. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Тихо, 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 тихо. Можно там без песенок? Все, без песенок. Мне эта песенка не надо. Мало ли, авторские права там, все дела. Так что давайте обойдемся без нее. Так, отлично. Зарядись полностью, давай. Фальшфейр. Во. И еще один. Давай, ребят, выходим на уличку. Выходим, 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 выходим. И побежали. Вот сюда. О. Да, контрольная точка, так будет попроще. Не хочу на них тратить полностью все свои патроны. Электростанция светилась в ночи. Она оказалась недалеко, но нужен был способ перебраться. По проводам? Чисто по проводам, да? Или дай угадаю, тут где-то лодку надо бы, наверное, взять. Ну, по проводам я бы тоже не отказался. Если честно, ля стоит, ждет меня, да? Ага, их током бьет, ля. Видели? Что-то новенькое. А мне как пройти... Кто мне скажет, как прийти? Наверное, пригнуться нужно. А я могу пригнуться? Или не могу? Сесть. Z, V, Ctrl. Так, мне что-то подсвечивается. Что подсвечивается? Так, не решу вниз. А, ну да. Все гораздо проще, ребята. Так. Отключить. Или наоборот, включить. Большинство из нас. Ты шо? Ты чего? Ты чего? Ты чего? Ты чего? Давай назад. Во, молодец, умничка. До побачення. Все. Профессионалы закончились. Тихо, тихо, назад, 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 назад. Назад, назад, я сказал. Назад, я сказал. Бля, на дядю бежать, да? На дядю с топориком бежать. Да все, закончись, пожалуйста. Так, переходим на револьвер. Патрошек у нас нету, больше на дробовик. Так, ага, записка. Побежали. Стоять. А. Чуть не пропустил. Ну, давай. Взять, взять, взять. Я так понимаю, это управление чисто под консоль, да? Было сделано. Наверное. Из-за этого оно
Так неудобно. Так, налево, направо. Налево. Угу. Прям с двух сторон, да, на меня нападаете. Хорошо. А если мы обойдем? Ты, братиш, дай посмотришь, что у нас тут есть. Больше ничего, да нет? Ля, ты животное. Больно же. Да я ж... Ой, я пригинаюсь, серьезно, я пригинаюсь. Ёб твою. Ой, меня бесите, но я пригинался, честно, ребят, пригинался. Дайте фальшфейер, пожалуйста. Угу, спасибо. Честно, пригинался. Ну так нечестно, двое на одного. Реально, так нечестно, двое на одного. Опа! А теперь давай их не пускать сюда, давай. Стоять. Стоять, 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 стоять. Секунду, Иннокентий Смоктоносский, секундочку. Все, все, Кеша, успокойся. Спокойной ночки. Так, а нам дальше вот сюда. Давай, опа, наверх. Так, перезарядим фонарик. Все, можно отдохнуть, будет на кресле. Мы закончили? Или это только начало? А если я спрыгну вниз? Да, походу надо, да, сюда идти. Здесь указатели, эти фонарики. Не фонарики, туда нам и идем. Да, нужно будет сейчас мост как-то включить. И на мосту как-то туда отправиться, правильно я понимаю? Значит, это можно сделать вот тут. Надо будет только найти, как сюда зайти. Вот, отлично. Ёб твою. Испугал. Не, я, конечно, предполагал, что он тут будет, но... Но думаю, будет все как-то немножечко попроще. Так, все отлично, мост поехал. Что мы делаем? Мы с вами бегем. Не, не хочу брать кофе. И сейчас, наверное, пока здесь будет мост поворачиваться, на нас кто-то будет бежать, да? Угадал. Так, давай перезарядимся. А, перезарядились. Давай мост, пожалуйста, быстрее немножечко. Чуточку быстрее. Вот так вот, молодец, умничка. Все, бегим. Ага. Я тучка, тучка, тучка. Я вовсе не медведь. Еб твою. Так, птички, отстаньте, пожалуйста. Эй, а куда мост? Алло. А куда мост уезжает? Ну что это за бред? Бонжур. А, нам надо в эту сторону. Быстрей, 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 быстрей. Не-не-не, птички, отстаньте, пожалуйста. Я не успеваю. Успеваю? Нет, не успеваю. Понял, нам надо в ту сторону. Нам надо в эту сторону и стоять до конца здесь. Потому что сейчас будем бегать как дебилы туда-сюда. По 200 раз. Все, стой здесь. И жди, пока мы поближе подойдем. Ого. Оп. Да ты шо, красавчик. Правильно ж? Надеюсь. Или неправильно?
широкую, на широкую. Мы люди, которым снится, что они бабочки. Да, да, да. Мы бабочки, которым снится, что мы люди. Мы оторвались от стаи. Во. Мы почти у станции. Двигайтесь. Мы поможем. Давай, спасибо. А можно на меня светить? Ага, я понял, сейчас тут куча, да, их будет? Ага. Блин, гребаный фурункул. Как же вы меня бесите, ребят. Так, хоп. А вы не можете светить на них прям? Нет? У вас нет такого желания? Ля. Вертолет. Я понял. Хорошо, бегим. Так, там где-то схрон был. Ну, ладно, уже все равно на этот схрон, да? Или сходим, посмотрим. Стрелка вон туда. Не-не-не, птичка, я понимаю, что вы умные падлы, но не до такой же степени. Все, успокоилась. Можем посмотреть, что там за схрон. Что у нас здесь лежит? РПГ, надеюсь. А ну, дай мне РПГ. Ну, неплохо. Ёб твою. Все-все-все. До побачення. А вы не можете залазить, я знаю. Лузер. Ой, они ж могут по другой стороне прийти. Ладно. А вот этот вот звук мне уже совсем не нравится. Так, хорошо. А давайте вы вместе все соберетесь. Шикарно. Сука. Отстань, пожалуйста, падла. Ни хера ж не вижу. Давай, 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 прыгай, прыгай. Я узнал эмблему на табличке электростанции. Я видел нарисованную версию знака во всех зонах, где были расположены тайники с припасами. Убежище. А ну-ка стоять! Мисс Уивер, Синтия, я друг. Докажите! Вы знаете Зейна, Томаса Зейна. Вы пресветлая леди из песни. Вы можете мне помочь. Вовремя. Юноша, я ждала вас очень долгое время. Так, хорошо. Оно ого. В ярко освещенной комнате. Сколько у тебя простите? Всего? Я про вещь, что вам нужна, чтобы отправить тьму назад. А ярко освещенная комната на дамбе. Я сделала ее, чтобы сберечь это. А это поможет мне найти Элис? Это вернет меня обратно в тот дом? Ладно, пошли. Я попрошу друзей вернуться с вертолетом. Мы не можем выйти наружу. Ночью? Никогда. Это правило номер один. Вы нарушили правила, молодой человек. Куда это нас привело? Нет. У меня есть секретный путь, освещенный в старой водопроводной трубе. Ну так, пошли туда-туда. Что-то случилось на трансформаторной подстанции. Это дренирует всю резервную мощность. Без нее труба погрузится во тьму. Ток на подстанции нужно отключить. Дайте угадаю. Вы поручите все мне? А я не хочу ток на подстанции отключать. Я хочу просто пройти молодой в трубе. Человек, вы единственный, кто любит нарушать правила. Я не могу быть снаружи, когда темно. А выключайте снаружи. Что ты предлагаешь? Ой, божечки ты мой. Да. А ты можешь сказать, в какую сторону идти хотя бы? Влево, вправо? Где этот выключатель? Угу, я понял. Так, где-то здесь, да? Так, ребят, ловите. Ой, хорошо, да? Ёб твою. О, отлично.
Отлично, отлично, отлично. Уивер послала меня отключить ток на подстанции. Я был готов сделать грязную работу, лишь бы она помогла. Я надеялся, Уивер заслуживает доверия. Я оступился в этот чокнутый мир чуть меньше недели назад. Она же жила в этом безумии годами. Так, правило первое, не ходи на улицу ночью. Я мог увидеть рубильник, что отключил бы электричество на подстанции. Теперь нужно было добраться до него. Так, использовать. Че? И че? И ничего, да? Хорошо, ладно, давай поиграемся. Мы ж не можем просто пройти, правильно? Нам же надо вот этот ерундой этой заниматься. А ты не можешь на бочку залезть, не? У тебя нет такого желания. Сейчас, ребят, погодите, я что-то явно упускаю. Что-то мы явно с вами упускаем. Наверное, третий, да, нужно будет? Угу, нет. Ой, получилось, что-то я сделал. Ля. Это типа меня перепрыгнуть надо? Ой, ёб твою. Перепрыгнул, проверяй. Да? Я так понимаю, я перепрыгнул. Я мог увидеть рубильник, что отключил бы электричество на подстанции. Да-да-да. Теперь нужно было добраться до него. Так, раз. А, перепрыгнуть, просто пройди. Все. Вот это я сейчас бы прыгал бы. Это, конечно, сейчас бы тут бы прыгал бы. Ну ладно. Бывает. Кто сделал эти штуки? Блять, я попаду в баночку. Попал. 25-го раза она попал. Ага, что это такое? Подстанция была погружена во тьму. С проходом в трубе Уивер теперь должен был быть порядок. Вернуться к Уивер. Тихо, не упади только. Хорошо. Давай быстрее щуть. Отлично, ну нас по-любому здесь кто-то тоже нападать будет, да? Я уверен. Пока мы бегем. Так что шифтить, наверное, мы с вами здесь не... Ёб твою, ну да. Я так и думал. Я так и думал. Хорошо, что хаешку оставил. А точнее флешку. Да-да-да, братиш, по-любому. А, то есть ты мне не откроешь дверку, да, я так понимаю? Пока вместе мы с тобой не разберемся с ними, да? Правильно понимаю, ты мне не откроешь дверку? А, вот как дверку открыть. Все-все-все. До побачення. Бабуль, отворяй. Все, я справился. Печенькой угостишь? Ну хоть скажи, что я молодец. Сюда, молодой человек, за мной. Ну, ой, понял. Тебе сейчас пусто, мы готовы идти. Сам себя не похвалишь, тебя никто не похвалит. Сюда, нам нужно идти. Да иду. Я знала обоих, Тома и Барбару. Я была так влюблена в него. Какой же он красивый был. Я так завидовала. Была часть меня. Честно, неинтересно. На меня только что монстры нападали там. А потом он начал писать и пробудил эту тьму. Он пытался вернуть ее, но вы так не делаете. На тьме за так не покатаешься. Я начинаю это понимать. В таком случае, молодой человек, возможно, вы умнее, чем был Том. Ведьма была похожа на нее.
но не была ею. Барбара была Нив. Он не понял подвоха, пока не стал Барбара Стрейзанд. Он пытался отменить это. Он выписал себя, ее, все, что он хоть когда-то написал, прочь из этого мира. Ох, он был так знаменит. А после этого никто его не помнил. Ох, Том, он оставил мне только одну вещь под мою опеку. Боже, как ее заткнуть? Как страховку. Он верил мне. Или, возможно, использовал меня немного. Том знал, что я к нему чувствовала. Знал, что я не откажу ему. Я сделала ярко освещенную комнату и положила вещь туда. Она ждет вас. Мы персонажи, заключенные в истории, что вы написали. Боже, такими темпами я состарюсь, буду таким, как ты. Если тьма не будет остановлена, ведь она исказит историю ради своих мрачных целей. Откуда вы все это знаете? Том, он прописал этот путь. Он все еще говорит со мной, знаете ли? В телевизоре, с небес, из-под земли. Нас обоих коснулась тьма, молодой человек. Он спас нас двоих светом, но тьма остается, как пятно на бумаге. В нас самих. Я не могу пролезть, не? Могу, наконец-то. Эта труба приведет нас прямо в ярко освещенную комнату. Хорошо, я позвоню друзьям и скажу, куда мы идем. Алло! Ал! Барри! Мы направляемся к дамбе по одной из труб. Встречай нас там. Хорошо, я передам Саре. Уже Сара, да? О, нет! Святая Дева Мать! Барри! Барри! Надо узнать, все ли в порядке. Они, скорее всего, мертвы. Вы должны добраться до ярко освещенной комнаты. Не время быть эгоистичным идиотом. Он мой лучший друг. Ну и будьте дураком. Я пойду по трубе и встречу вас на дамбе, если вы ждете. По крайней мере, я мог не беспокоиться о ней. Она знала, как оставаться целой. Ты серьезно? Ты спрыгнул вместо того, чтобы закончить это? Ладно, ладно. Побежали. Божечки, ну оставалось пройти реально, сколько там, пару метров по той трубе, и все бы закончилось. Нет. Надо в героев поиграть, да? Надо, ну как без птичек? Как же без птичек? Без них же ж никуда, да? Без вас же вода не осветится, я смотрю. Так, я могу сюда, да, пройти? Так, ага. Все, отлично. Отлично. Блин, аккуратней, пожалуйста. Не хватало, чтобы ты еще упал. Реально, не хватало, чтобы ты еще упал. Да сколько вас здесь? Так, надеюсь, я правильно иду. Может попробовать флешку последнюю взорвать, когда они будут приближаться. Барри! Сара! Место падения выглядело скверно, но в обломках точно никого не было. Найти Сари. Сари, найти Сари и Барри, понял. Ага, они так спешили, что аж в фальшфере потеряли, ладно. Так, побежали. Во, Барри. Барри! Барри! Держитесь там, я иду! Так. Бам! Есть, хорошо. Отлично, ребят, давай. Клянусь, я... Бум! Куда он делся? Мы с начеку! У нас гости! Эффектно вы появляетесь, Вейк.
готовились выступить в духе Бучика и сиди Санденс Кида. У меня на уме был иной финал. Да, я в порядке. Спасибо, что спросил. Барри, ты в порядке? Я знал, что ты в норме. Ты в порядке, Барри? Пылающее око Мордора. А, смейся, смейся, юморист. Нам что, никуда не надо? Уивер ждет нас на дамбе. Погоди, а что, мне ничего не дадут? Серьезно? Прям вообще ничего не дадут? Ну ладно. Барри, не оставляй. Не оставляй меня и не отставай от меня. Блин, я уже заговариваюсь. Когда тут уже будет конец этой части? Да вы провели большую часть ночи, бегая в дыре, пока безумное стадо демонов деревенчин пытаются отрезать ваши головы к храме, вы поняли, что ваш лёд дрогнулся прямо... Мне интересно, до этого момента вообще кто-то будет досматривать или нет? Или сильно длинная серия по полтора часа, как фильм? Можем мы остаться здесь до утра, Ал? Пожалуйста! Да я не против. Видите огни? Это подъемник, нам туда. Ну да, как обычно, сейчас попрут. Ну да. Согласен. Они везде! Дерьмо, здесь больше одного! Ничто не может так двигаться, это невозможно! Что это такое? Ну, давай, стреляй. Он слишком шустрый, я не могу прицелиться. Зато я могу. Все, отлично. Ля, ты крыса. Все, минус один. И по идее сейчас будет минус два, да? Совсем паршиво. Все, давай, добивай его, пожалуйста. Есть, отлично. Справились. Надо было просто это сюда пробежать. Вы в порядке? Ух, думаю, все кончилось. Боже. О боже, неужели у нас получилось? Веди нас, Ау. Вейк, вызывайте подъемник. Я на стреме. По-моему, там что-то да, движется. Давай. Сейчас я только залутаюсь, потому что я знаю, сейчас начнется. Сейчас только вызову и начнется что-то. Берегитесь, ну они да. Идут. Кто бы мог подумать? Они идут. Нужно отогнать их. Ну так отогняй, у тебя же как бы не рогатка в руках, правильно? А пистолет. Так. Интересно, тратить либо не тратить? Давай потратим. Хотя чувствую, в дальнейшем могло мне еще пригодиться, да, это все? Это самый медленный подъемник в мире. Во, все. Шикарно. Шикарно, 3000, как говорил Картман из Саус Парка. Ну, держусь, я отошел. Я за Барри переживаю, Флэш, вот уже не тот. Наконец-то. Заходим. Ал, нажми на кнопку. Да нажал, не переживай. Все, поехали. Мы почти добрались. Вон там наверху вход в дамбу. Каков план, Вейк? Что ж, Уивер безумна, но у нее есть нечто, оставленное Зейном. Нечто, способное все исправить. Боже! А ты не можешь сказать еще запутаннее? Томас Зейн? Серьезно? С таким же успехом это могли быть Поль Баньян или Йети? Ну что ж, он реален. Будем осторожны, хорошо? Да. Я сама осторожность. Господи, ненавижу это. Мое второе имя. Осторожность. Так, побежали. Осторожности. Ладно, Вейк. Вон там должна быть кнопка, открывающая дверь. Нашел. Похоже, что-то сломалось. Ой. Прижмите кнопку, чтобы мы могли войти. Хорошо. Прижал.
А я, наверное, не успею, да? Я сейчас буду сражаться с монстрами. Ну да, как обычно. Как обычно. Здесь можно пройти к дамбе. Что там происходит? Идите вперед и найдите Уивер. Ничего, я просто в ловушке. Я доберусь туда один поверху. Ладно, Вей. Удачи. Не дайте себя грохнуть. Ау, прошу, осторожнее. Вейк, я позабочусь о Баре. Боже, по какому поверху? Мы не можем... не быть героями. Куда идти? Ага, вот вижу. Да вы издеваетесь, да-да, и не говори. А, у меня даже нету этих штук. Хорошо, понял. Да, могу пройти. Да, могу. Реально, нету ни фальшфейра, вообще ничего нету. 27 патрошков. Вот мне интересно, если ты досмотрел до этого момента, то напиши там комментарий, скажешь, ударч. Полтора часовая серия, прохождение игр, в принципе, нормально. Смотрю, как куно. Чтоб я понимал, просто. Так, тихо. Птишка, птишка, уходи. Фу-фу-фу. Давай, 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 давай. 27 патронов, не забывай. Все, отлично. Можно управлять. Да, можно, наверное. Я был в абсурдном меньшинстве. Прожектор мог уравнять шансы. О. Отлично. Здорово. Как оно, ребят? Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Сзади нас не будут нападать, надеюсь. Надеюсь, сзади нас никто нападать не будет. Ой. Так, минус. Тот не хочет подходить. Вот запрятался. И там еще стоит челик. Все, больше ж никого нету. Правильно понимаю? Слышь, иди-ка ты сюда. Стоишь там, как не родной, прям. Как будто тебя это не касается. Довольно. Ни шагу дальше. Да сейчас прям. Вот это вот сказал, я вообще никуда не пойду. Остановитесь немедленно. Угу, то не я остановился. То не я остановился, мадам. Побежали, побежали, побежали. Все, вниз, да? Да, отлично. А куда тут дальше? Вот это вот хороший вопрос. Ага, вот сюда. Стой, стой, подпрыгни выше. Вот, спасибо. Стой, прыгай, прыгай, пожалуйста, прыгай. Фу, пронесло, видели? Тут не пришлось перепроходить это все. Так, а куда тут дальше? Ага, если бы он еще не задыхался на метровке этой, было бы вообще шикарно. Так, ну явно я сейчас не буду брать с собой эти, как его, всякие штуки, термосы с кофе. Бегу, 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 бегу. Жесть. Вы справились. Хорошо.
Я рада, что была не права, но так рисковать было глупо. Не беспокойтесь о шуме, здесь безопасно. Я присматривала за ярко освещенной комнатой много-много лет. Нет никаких теней в ярко освещенной комнате. Ток стабилен, и все лампочки пронумерованы и меняются регулярно, в зависимости от марки и модели. Барри, женись. Это чисто мадам твоей мечты. Лампочки меняют, нумеруют. К северу отсюда, в Рейнков Пойнт, есть старая военная база. Она действовала во время Второй мировой. В те годы вояки работали у дамбы. Вероятно, они и построили бункер. Да, построили. Но теперь это мое место. Все, могу осмотреть. Берите. Тогда мне не придется больше беспокоиться о комнате, потому что 6, 33, 118 нужно скоро поменять. А я не хочу подниматься по лестнице, чтобы менять их, потому что очень устала и поздно. И если вы возьмете все, мне не придется больше этого делать. Это была страница из автобиографии, мои детские воспоминания. Но я не писал этого. Автором был Томас Зейн. Их же не должно было быть. Алан, 7 лет от роду, ни за что не хотел засыпать. А когда сон все-таки овладевал им, он вскоре с криком просыпался от мучительных кошмаров. И вот однажды мама Алана подарила ему старый электрический выключатель. Мама поведала, что он призывает волшебный свет и отпугивает ночных тварей. Она ласково назвала его Щелкунчиком и сказала, что получила его от отца Алана. Мальчик не знал своего отца, и все с ним связанное обретало мистическое значение. Крепко сжав Щелкунчик в руке, Алан тогда заснул как младенец. И вот, почти 30 лет спустя, Алан вспомнил это на берегу озера Колдран с Щелкунчиком в руках. Алан сделал глубокий вдох и прыгнул. У меня похолодело сердце. Я отдал Щелкунчик Элис, но он был здесь. Зейн вписал его в реальность, в истории, которую придумал я. Я мог вернуться и покончить с этим.